Вот пришли на 8 этаж, Baltic Princess. Ищем нашу каюту. Кают здесь очень-очень много. Да тут Wi-Fi уже упал. Вот, смотри. Вот, что мы видим? Не удалось подключиться к сети. Нормально, поэтому я решил записать видео. Это норма, да. Это норма. 4000 номеров и сеть рухнула. Wi-Fi камеры, как обычно. Входим. Титаник, мини-титаник. Зашел, заблудился. Зашел туда, нормальненько-то. Мы же только что оттуда, да, вышли? Лабиринт? Входим, короче. Сейчас этот бык, знаешь? Величественный. Кентавр, типа? Да-да. Нормально, можем пробежаться, если хочешь. Подожди, так это лобби. Тю, видишь, ты по кругу. Отсюда выходили. Пошли туда, походим. Вон какая-то анимация вдалеке. Ходим, улыбаемся. Можно послушать. Нет, это не здесь. Это играет не здесь. Хочешь, я заставлю пробежаться? Заставишь? Да. Не надо, у меня... Хорошо. Что ты делаешь? Нормально, только взяли людей, разбудили ночью. Короче, тут можно идти и идти. У нас был номер 8878. Мы пробежали... 400 номеров, что ли? Ладно, идем покажу свою каюту. И на этом, наверное, сегодня все. Значит, 9000 номеров. Надо на семерку. Подожди. Вот этот буфет. Сильдия Лайн. Завтра... Так, туда, кто хочет, идет. Платит 11,50 евро. И кушает все, что захочет. Я отдельно сниму этот. И сколько захочет. Самое главное. Сегодня с 8 до 12 ночи тут закрыто. Тут закрыто. Russian? No? Окей. Okay. Epic fail. Epic fail, да. Шабэм. Слышал, да? Он мне послышалось или он это сказал? Он это сказал. Ну, давай пройдемся еще раз просто. Я, конечно, по-моему, сейчас налево, да? Потом надо идти, да? Угу. Вот так ходим. И это только блок А, красный. Есть еще синий, зеленый или какой там их? Их там много. Вот написано, что можно на зеленый выйти. Шкала блогеры. Ходят. Кричат иногда. Так, 8-6. Кто хочет колу, может в любой момент подойти попить. Всего лишь 2 евро. Знаешь, как в фильмах американских пьешь и проваливается. Это точно. Опять 25 мячов. Вы по кругу будем ходить. Это 8 этаж. А, мы вышли туда и зашли обратно. О, точно, это наша. Это наша территория. И мы ее доим. Вот, 702. Осталось найти ключ. Подержи. Да. Вот такой шоколад купил. Тамблерон. Тамблерон, да. Не меня снимай, что-то другое. Ты чего? Побудить мои кредитки, не то прикинь. Да ну. Может, она у тебя? В кошельке. Да, откуда она у меня? Здесь только от моей Таллина моего. О, ты ее оставил? Я не знаю. Я не знаю. По-моему, меня вообще не трогал. Да.
О, нашел. Фокусируйся, фокусируйся. О нет, она не работает. О, работает. Тихонечко. А то они там спят. Ты постой тут. Можно, если холодно, можно добавить тепла там. Вот такой у нас душ. Сразу и туалет. Чьи-то носки сушатся. Резетки здесь евро. Ой, чуть не разбудили. Вот кто-то, наверное, экстрима сильно захотел, разбил стекло. Вот здесь вообще-то нету. Кто-то разбил и явно убежал, наверное. Ну, всякие шкалоблогеры. Тут никого нету. Нет, это наш номер. Вот номер другой, с боковой. Угу. Тут немножко больше места. Ну, такой, как поезд, да. Только нету кондукторов и бабушек, которые толкают пирожки, там свежие домашние пирожки. Пирожки с мясом, папа, обожаю. Ну, люди тут, а короче, богатые, на iPad лежат. Чё хочешь, подходи, бери. Я шучу. О, ну. Это чё, лайтинг? Не лайтинг коннектор, это 30-пиновый от айфона. Ну, говорю, 4 раз, наверное. Все, наверное, так. Будем ложиться спать или еще побегаем, зайдем на дискотеку или в duty free. Тут у нас без налогов можно купить че только. О, вот рассказывал по поводу блоков. Корабль делится на блоки: желтый, коричневый, синий, красный и зеленый. Когда ты переходишь на, мы сейчас находимся на красном. Вот это наш блок, 1/3 корабля. Если мы сейчас выйдем по ступенькам, мы попадем в зеленый. А зеленый попадает на синий, на белый. Ну, направо, к идти, к концу. Надо, короче, показать. Надо главное его найти. Часть корпуса за ним можно ставить. Ходили. Ищем, значит. Стекла тут, конечно, какие-то интересные. Ты смотришь на него, оно тебе показывает, что сбоку, как-то слева, я не знаю, эта штука отбивает свет. Вот сейчас люди выйдут, вон они идут. И оно видит, я не знаю, как оно показывает. It's magic. Да, это просто. Это просто что-то с чем-то. Это магия красных драконов. Я просто. Я просто промолчу, я ничего говорить не буду. Люди просто тут в Финляндии не мерзнут вообще никогда. Она будет стоять голая, но ей будет всегда тепло. Зато с шапочкой. Так, 7-й этаж, я не знаю, что здесь, ну. Но...